Простой рецепт вкусной пахлавы без замеса теста. Грецкие орехи измельчить любым удобным способом. Немного орехов оставить для украшения. Грецким орехам добавить сахарную пудру, мускатный орех, кардамон, молотую корицу. Все ингредиенты хорошо перемешать. Тесто разделить на 10 кусочков, каждый кусочек раскатать в тонкий прямоугольный пласт размером 20 на 30 сантиметров, выложить вместе с пергаментом форму для запекания, смазать растопленным сливочным маслом, посыпать ореховой посыпкой, чередовать слои раскатанного теста, смазывая маслом и посыпая ореховой начинкой. Верхний слой смазать взбитым яйцом. Сделать неглубокие надрезы, прорезая примерно 2-3 пласта теста. Сверху добавить половинку ореха, запекать 45-50 минут, температура 180 градусов. В сотейник добавить мед, сахар, влить воду, довести до кипения, варить 10 минут. Достать пирог из духовки, разрезать каждый кусочек, не дорезая до нижнего пласта, щедро полить сиропом и оставить для пропитки на 7-8 часов.